В Анапе появился новый патрульный ретро-автомобиль. Старенький «Москвич» возродился к жизни на Пионерском проспекте возле здания отдельной роты ДПС. Автомобили «Москвич-403» использовали советской милицией в 60-х годах прошлого века. Они выпускались в Москве на заводе малолитражных автомобилей. Новый ретро-автомобиль понравился жителям и гостям курорта. Они с удовольствием фотографируются, уже можно сказать, практически в музее под открытым небом у патрульного транспорта. Каждый день «Москвич-403» позирует для десятков, а то и сотен детей и взрослых.